Всем привет! ЗИС 151. Часть вторая. Собираем ходовую часть. То есть подвеска, мосты, колеса. Начать предлагаю с колес. Собирать будем колеса. Я уже 5 колес собрал. Ну и так, чисто показать, что к чему. Колеса у нас с направленным рисунком. То есть 3 колеса левых, 3 колеса правых. Главное не перепутать. Резина, я уже говорил, довольно жесткая. Но хочу отметить, что на настоящих машинах колеса были жесткие. И только когда, по-моему, на ЗИЛу 157 внедрили систему подкачки колес, тогда резина стала мягенькой у них. Ну что, давайте. Значит, резина у нас с поролоном внутри, со вставкой. Как я говорил, диски у нас металлические, с бедлоком. Крепится маленькими болтиками с гаечками. Их очень-очень большое количество надо закрутить. Все очень мелкое, но ничего. Так, берем внутреннюю вставку, вставляем ее вовнутрь колеса. Сейчас я небольшую сделаю. Колеса у нас немножко дорабатываются, поэтому небольшой тюнинг, и мы продолжим. Продолжаем. Те, кто был повнимательнее, те могли заметить, что я сделал с колесами. Ну ладно. Так, проверяем, что у нас поролон везде лежит ровно, не перекошенный внутри колеса. Смотрим на направление рисунка. Вот так. И собираем. Собирается все просто. По сравнению с Уралом от Cross RC, я просто балдею от этой сборки. На Урале я с колесами промучился очень долго. Теперь наживляем гаечки. Ставим по кругу все остальные гаечки. Собрал колесо. Все закручено, все красиво. Откладываем колеса в сторону. Так, и небольшое отступление.
Хочу извиниться перед компанией King Kong RC. Невнимательно я посмотрел всю комплектацию. Это по поводу ключика на 2. Короче, отдельно были положены 3 пакетика. Я потом начал разглядывать. Меня смутили вот эти вот циферки. 2 и 2,5. Такие вот штучки у нас. Оказывается, это переходнички. То есть это и есть у нас ключ на 2 и ключ на 2,5. Так вот ставятся. И мы можем крутить эти маленькие болтики. Так что они все положили в комплект. И ключ для закручивания ступичных гаек. У нас такой вот ключик. В общем, все есть в комплекте. За что им большое спасибо. Так, ну теперь мы с вами продолжим. Пришел первый тюнинг на нашего ЗИСа. То есть это компания King Kong изготовила нам фаркоп. Фаркоп прямо копия копийная. Я прям был в шоке, когда я это увидел. Я их взял 2 штуки, может, мы еще на Урал попробуем его поставить. Вот такая вот, ребята, прелесть. То есть он по-настоящему у нас открывается. И защелкивается. Он идет через пружинку. То есть как настоящий фаркоп с демпфером. Так, давайте я сейчас... Ставится он будет в отверстие в раме. То есть вот так это будет выглядеть. Давайте я сейчас поставлю, покажу. Ну вот что у нас получилось. Все работает как положено. Демпфер и замочек. Я в шоке от этого. Ну а мы с вами продолжаем дальше. Будем собирать переднюю подвеску. Рессоры. Так, откручиваем стремяночки. Ставим. Ставим наши рессоры. Рессоры у нас перед-зад разные. Здесь, если вы видите, двойная рессора, это идет вперед. Thank you.
как-то так будет получаться у нас. Сейчас поставлю вторую рессору. Готов у нас передний мост. Вернее, не мост, подвеска передняя. Так это выглядит. Теперь будем устанавливать мост на раму. Так это выглядит. Ну, относительно жестко, но посмотрим. Собираем заднюю подвеску. Надо прикрутить верхние реактивные тяги к мостам. Прикручиваем 4 нижних тяги. То же самое делаем с другим мостом. Готовы наши мосты, готовы, вернее, тяги все стоят. Все хорошо. Так, дальше. Дальше собираем подвеску заднюю. То есть нам надо соединить два балансира. Балансиры левый и правый разные. Видите, площадка идет скошенная. И, соответственно, перемычка у нас тоже вот такая кривая получается для кардана. Ну, поехали.
одеваем мост на рессоры. И крепим реактивную тягу к балансиру. И ставим задний мост. Такая сборка у нас получается. Так, и будем ставить ее на раму. Теперь осталось нам верхние тяги закрутить каким-то образом. Попробуем. Собрали подвеску заднюю. Что у нас получается? Играет, ну, неплохо. Вот такой вот у нас рама, мосты. Так, дальше предлагаю, ну не я предлагаю, производитель, собираем редуктор, ставим двигатель, карданы, ну и в принципе ходовая будет почти готова. Собираем двигатель с редуктором, двигатель я буду ставить 55-й. Посмотрим, мало будет скорости, поставим другой. Это несложно. Так, чтобы поставить двигатель, нам надо снять крышечку с нашего редуктора. Так, наживляем пиньон.
поставим на фиксатор резьбы стопор. И подрегулируем, чтобы шестерня ходила всей плоскостью. Затягиваем пиньон. Так, и теперь затягиваем сам двигатель. Делаем зазорчик. Все получается. Теперь мы ставим крышку и продолжаем. Закрутил я крышку. Продолжаем. Ставим кронштейн крепления нашей сборки. Дальше ставим промежуточный вал, который пойдет между редуктором и раздаточной коробкой. Здесь, как я и говорил, мы ставим пока без фиксаторов. Когда все будет собрано, проверено, что все работает, тогда мы поставим на фиксатор резьбы. Это несложно. Так, далее будем собирать это все на раму. Крепим двигатель к раме. Дальше мы ставим средний мост.
стоят. Затягивать, я уже говорил, будем потом, когда проверим, что все работает. И остается нам поставить колеса. Ставим колеса, как я уже говорил, три у нас левых колеса и три правых. В принципе, тут ничего сложного нету. Ну вот, что у нас получается. Поставили мы колеса. Вес, я вам скажу, уже очень большой. Подвеска играет. Играет неплохо. Вид, конечно, блин, вообще капитальный. Я в шоке. Так, ну ладно, давайте продолжим. Нам осталось поставить серву и подсоединить мост. Для этого нам надо... Опа, блин, какой же он тяжелый-то, а? Так, серва у нас ставится. Для нее уже площадка есть. Сейчас мы ее закрутим. Серва 20-килограммовая. Она у меня стоит такая же серва на Урале. Очень неплохо справляется. Еще, по-моему, на какой-то машине стоит. Мне очень они нравятся. Установить качалку. И поставить тягу. Все есть в комплекте. Так это выглядит у нас. Опа. Так, ну на этом, наверное, все. Что касается шасси, она у нас собрана. Осталось самое неинтересное, самое сложное, это кабина и кузов. То есть нам их надо красить. Нам надо до ума довести кабину, чтобы было красиво. Это уже будет в следующих сериях. Ну а на этом все.
Подписываемся на канал. Если нравится, ставьте лайки. И всем пока.